Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение ФФА сериала «На четверых за Швецию». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней и начать просмотр все-таки сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Да у нас там с греком заканчивается. На 146. Через 7 ходов. Все, надо идти греку в очередной раз коринф сносить, а то он что-то там строить начинает. Так, 4. У него в Коринфе или в Спарте куча. Так. Электричество, биология и потом полет и электроника. Греческий, видимо, сидит в Гонконге. Грек, еще раз, ты против религии был? Да? Да, 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 да. Все голоса, 6. Все 6. Тремя кораблями просто держать огромный флот у человека. И он ничего не делает. Я могу спокойно с одной стороны в другую сторону бегать.
Так, Пизанская моя, Великая стена моя. Грег, а ты с ГГшками торгуешь? Сейчас скажу. Да, ну к тому времени, когда придет, уже не буду, наверное. Может, забанить ему? Ну, давай попробуем. Как будто я торгую с ГГшками. Ну, пускай банит, конечно. Что я могу сделать? Ты там внимательно, что-то куда-то армия пропала. Я лечусь. Так что я скоро вернусь. Кому? А вы оба будьте в напряжении. Интрига. Буду я говорить. Ты еще скажи, спроси, к какому городу вот это вот все. Да тут понятно, к какому. А, у меня до сих пор в Гонконг... Блин. Гонконг, Ормус. Так, надо пересадить к себе в столицу. Я ж вроде уже пересаживал. А здесь инженер уже под свободу, да? Под статую. Да. Хотя на самом деле нет. Грек, что ты у меня тихий прешь? Ну надо же как-то догонять. Блин, что-то Киев не хочет моим становиться. Выплыл все-таки. Так, сколько ходов? 4 хода.
Ну слушайте, 25, ну сколько? Пускай 5 фрегатов. Ну, 5 фрегатов достаточно. Арбалеты стоят. Ага, он строит фрегаты. Ну, Каринф я возьму. Другое дело, что мне там отбиваться надо. Будет. Как-то. Так, надо будет Белград еще к себе обратить. Ну, рыцарь попытался. Так, а где тут каравелла у меня была, которую я, собственно, планировал захватывать? Ага, вот она. Каринф. Киев, Сидон и Белград. Ну, один пока фрегат в Афинах. Ладно, удалим. Нам Белград неплохой юнит притаранил. Что тут, 521 плюс 18? Ну, как-то так.
Ну, в саду я это построил. Все еще, да. Грек, смотри. Швед мне мир предлагает. И что ты думаешь по этому поводу? Так вот, я у тебя что хочу спросить, что мы как делаем-то с ним? Я думаю, что надо воевать. Ну, у меня вот скоро заканчивается оборонка, я готов поучаствовать. А когда она заканчивается? Сейчас погляжу. Ну, собственно, вот на следующем, ну, то есть через ход. Ну, смотри, давай тогда я отказываю, если что, ты помогаешь мне, я тебе чем могу. А где у вас там идет боевые действия-то? Ну, возле гипона этого. Ну, сейчас уже не воюем, а как бы войска отвел. Ну, сейчас полечится и придет. Ну, как бы я так готов чуть-чуть. Просто смотри, тут по-любому надо будет сейчас даже не обороняться, а пробовать атаковать. Ну вот, как всегда, пилим Халецкого. В 26 вход чисто с религиями. Фига себе, 211 производства. Ну, по науке они... Блин. Так, ну он сейчас войну объявит, Белград, так что надо, видимо, сжечь писателя.
Вообще, приятно, конечно, рекламировать 2GIS. У них постоянно появляются новые функции, и мне есть что вам рассказывать. Вот, например, теперь этот справочник и каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Да. Ну, свезло греку, у него очень так Афины труднодоступны. Надеюсь, у меня будет нефть. Видите, я даже не спешу в статую свободы, потому что мне нефть важнее. Нифига себе, варвары. Где он моего? Вот сюда, вот где. Давайте-ка, пожалуй, иностранный легион. Завербуем. Блин, 2000 денег. Ну что, Карфаген, ты там как? Фронт есть открыт? Да, есть. Я второй, клепаю армию. Ну, а это он тут сейчас мой город опять захватит. Ну все, я иду, плыву.
Так, кто со мной не воюет? Ормус и Будапешт. Ага. Ты мне скажи, армия, где его? Коринф, а вот здесь, видно? А, знаешь, где Коринф? Ты знаешь, да? Ну да, 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 да. Я вижу. Так, ну мне плыть далеко, наверное, я в другую сторону сейчас плыву к тебе. И в другую тоже далеко. Ладно, сейчас плыву сюда. Блин, мне нужно железо Спарты. Давай, выплывай. Зачем он его рыцаря убивал? Ох уж эти варвары. Да ладно. Этот десант не пройдет даром. Ой, копейщик. Случайный копейщик. А, это в Коринфе, типа. Так.
Карфаген еще плывет. Грек, смотри, мне что, тебе отдавать или самому воевать? Лучше сам воюй. Он пытается мою корову убить. Блин, где приватер? А. Подожди, Грек, что-то я не понял, ты оборонку не принял, то есть? С кем? Со мной. А ты не предлагал? Давай, брось. Нет, я хода 3 назад, наверное, предлагал оборонку. И этот, как она? Стажировки. Не стажировки эти. Договор научный был? Да. А больше ничего не было? Ну давай, ладно, что. Нехватка железа. Мне надо самолеты. Мне нужен ученый, прожечься в самолеты. Это ведь не один фрегат приплыл. Там еще, наверное, что-нибудь должно. Доплывет. Я там чуть-чуть приостановился, забрал Виттенберг. Он засоюзил прям под носом у меня. Я его забрал, сейчас плывет там вся армия. А он, походу, ко мне плывет через... Нет, нет, вот тут у меня, тут его вижу, 4 корабля около Гонконга и Будапешта. А ты думаешь, ты все мои корабли видишь, да? Нет, ну, я вот что вижу. Тут варваров почему-то, как собак. Блин, что? Фрегат обстреливает фрегат. Где это? А, вот тут. Капер вот тут все-таки убит, но... Thank you.
ко мне легиончик приплыл. Ну, убивай. Грек, не хочешь мира? Да, хочется, конечно, но нет. Нет. Биться насмерть. Тут уже вариантов нет, надо, да, действительно, муж. О, слушай, этот... Карфаген, господи. Да. Вот, к Афинам плыли срочно. Куда? К Афинам, снизу. Да, дальше. Подстава от варвара. Очень отлично. Тяжело. Вот так воюй на два фронта. Просто ни хрена не успеваешь.
Да, блин. Непонятно, что тут делать. Я отойду на 30 сек. Да блин, ну вот эти варвары, ну трындец просто. Где мой ученый какой? Мне нужно срочно в самолеты. Артист, инженер. Два хода. Так, два хода инженер в Стокгольме. Ой, блин. Ну, ребята, вы нечестно играете. Вы просто одни не можете победить. Вдвоем на одного. Как всегда. Так. Я хочу за деньги потом купить самолетов в пачку. Устроить им геноцид. Но выйду ли я в самолеты? Вот в чем вопрос. Вот осталось. Ну, недалеко, в принципе. 6 ходов надо продержаться. Теперь по этому поводу надо стену построить. А, тут стена уже есть.
Ну лечись, блин. Сюда еще плывет, блин. Ну, успею в самолеты выйти. Молодец, не успею, хана. Слушай, Грек, ну ты посмотри в демографии, там уже Карфаген вперед вырывается. Ты отдаешь победу Карфагену. Понимаешь? Какой? Да. У тебя производство он 235, ты что? И что? Науки по производству. Ты посмотри, среднее 186. 186 производства у Карфагена. А он почему? Впереди по городам, по еде у него порядок. Он взял пятилетний план и догонит только в путь. Ты просто сейчас даешь победу Карфагену, вместо того, чтобы остаться в игре. Вместо того, чтобы самому развиваться, ты зачем-то решил со мной воевать. Я Карфаген не брал вообще. И, между я прочим, с ним воевал. Смотри, не слушай игры. Смотри, ты как бы предложил ему мир за два хода до... того, как... Потому что я хочу развиваться дальше. Я не смог тебя взять, я не смог его взять. Я ему вообще ничего не сделал, понимаешь? У тебя я взял два города, а ему я не смог сделать вообще ничего. И ты сейчас вместо того, чтобы развиваться, самому, пускай мы воюем с Карфагеном, ты берешь и ну, помогаешь ему побеждать просто. Ты как бы пошел бы опять бы все мои города брать, как бы, если я тебе... Ты мог предложить защитный пакт, все что угодно. Ты прямо сказал за два хода, что ты войдешь в войну против меня. Что мне надо было делать? А ты за два хода предложил ему мир. Это как бы был очень такой существенный сигнал. Потому что я не хочу с ним воевать. Я не мог его взять. Ты можешь это понять? Я не мог его просто взять, и все. Он сейчас возьмет все города мои и победит в этой игре. Грек, ты можешь это понять? Мы города попилим, я их не собираюсь брать, они далеко от меня все. Ну ты посмотри, что ты отстаешь от Карфагена, он впереди. Что значит попилим? Он просто, ну, захватит города и захватит потом тебя, и все. Я тебе просто мир предлагаю, Грек, даже не предлагаю здесь с Карфагеном воевать. Грек, демография. Мы решили дойти до конца. Я тоже мог согласиться на мир, да, и он... Я согласен. Он по науке лидирует на 5%, на 4%. На 4%. Грек, но при этом ты отдаешь победу Карфагену. Я понимаю, ты можешь посмотреть, вот я буду воевать с Карфагеном, если я буду его побеждать, ты вступаешь в войну. В чем проблема? Но я Карфагену не сделал ничего. Карфаген минусный, ты потерял два города. Еще раз потерял город потом. То есть ты больше всего теряешь в этих войнах. А вы эти войны как бы начинал ОГТ.
Так потому что ты сказал, ты войдешь в войну на стороне Карфагена. Надо было ждать, пока ты в войну войдешь, что ли? А первую тоже? А первую ты захватил Византию. Вот. Идем, идем. До конца идем. Потому что потом другого шанса не будет. Я еще раз говорю, я не собираюсь все города брать. Попилим. Некоторые можем вообще все сжечь, а тебе стольную отдать. Да, не успею я в самолеты выйти. Блин, великий инженер в Стокгольме. Откуда он тут? Музыкант, ученый, три хода ученый. Ох, боюсь, не успею я. Ну, вылазь. Так, давай ты против. А, я за это. Блин, как ее? Против религии. Да нет, я уже проголосовал за... за эмбарго. Ну куда мне его поставить? А вот, собственно, на нефти поставлю. Так. Чем он за эмбарго проголосовал, если уже видно, что я не торгую с городами-государствами. Там сверху идет, возле Коринфа и Спарты, там несколько фрегатов. Я туда наверх отправлю пару фрегатов в коридоре, а давай я тут пока будем урать. Не, ну, бля, здесь... Так. Ну, смотри, Карфаген уже в современности. Грек, зачем ты играешь и на его победу? Объясни мне. Не поддавайся, не поддавайся. Серьезно, да. Ну что значит не поддавайся? Ты в современности, блин. Не поддавайся.
Где мой? Пить тут что ли замов? Дороговато, 530. С возвратом. Вот так вот. Что-то я не понял, что ты делаешь-то? Что, я принимаю. В смысле, принимаю? Ну, в смысле, я принял предложение. Да, ты ничего не менял. Ты же в истории сделать можешь посмотреть. 2 раза по 30. Странно, ну ладно. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение завтра или послезавтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.